За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения на несовершеннолетних жителей города сотрудники полиции составили 3 протокола. 15 и 16 февраля на территории Нарьян-Мара проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь-подросток». Вместе с полицейскими в рейде приняли участие представители комплексного центра социального обслуживания населения, представители родительских комитетов, члены общественного совета при УВД, а также уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе. В ходе данных рейдового мероприятия сотрудниками полиции проверено 39 несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, 49 семей из группы риска, 5 питейных заведений. Составлено 8 административных протоколов, 5 из которых составлено на родителей за недолжное исполнение их родительских обязанностей. И в отношении 3 несовершеннолетних составлены 3 протокола по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по статье «Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения». Со всеми подростками участники рейда провели профилактические беседы и разъяснили ответственность за нарушение правопорядка.